Чао, рагацци! Сегодня поговорим об интернете и социальных сетях. Это молодые понятия, они родились на наших глазах. И, конечно же, интернет-язык тоже очень молод. Здесь, безусловно, лидирует английский язык, и в основном вся терминология звучит на английском языке. Но, тем не менее, использование глаголов, предлогов, правильное произношение на итальянский манер этих английских слов тоже очень важны. Итак, мы с вами все проводим время в интернете, и в этот момент мы с вами «су интернет». Су интернет. Внимание на ударение. Интернет. Мы также можем его назвать la rete. La rete. Сеть. Или просто il web. Il web. Со словом интернет мы используем такие глаголы, как collegarsi или connettersi. Подключаться, соединяться. Например, per esempio, Mi sono collegata a internet. Mi sono connessa a internet. Когда мы находимся в интернете, мы используем слово online. Sono online. Когда мы не в интернете, мы offline. Sono offline. Когда мы ищем что-то в интернете, мы используем глагол navigare. Sto navigando in internet. Мы также можем посещать, просматривать какие-то сайты. Visitare dei siti internet. Visitare dei siti web. Il sito. Сайт. Весь интернет состоит из страниц. La pagina web. La pagina web. И, конечно же, мы используем поисковик. Un motore di ricerca. Un motore di ricerca. Самый известный поисковик – это Google, ну и в России, безусловно, Яндекс. Когда мы хотим скачать какую-то информацию, файл, музыку на наш компьютер, что мы должны сделать? Fare il download. Fare il download. Или scaricare il file. Scaricare il file. Скачать файл. На самом деле мы можем просматривать это все онлайн, не скачивая на свой компьютер. И тогда мы скажем «in streaming», «in streaming». Ну и, наконец, когда вам приходит уведомление о том, что ваш любимый блогер начинает свой прямой эфир, что он делает? Lui sta avviando un video in diretta. Avviare un video in diretta. Продолжение в моих следующих видео. Всем успехов! Чао-чао!